сегодня на 12.30 уже система полностью заполнена водой, вошла в нормативное состояние функционирования. Вчера в 22 часа мы были с инспекционной поездкой, всю ночь длились работы, и несмотря на то, что одна линия была выведена из строя, из-за того, что труба была в большом объеме, уровне износа, то по системе резервного и обратного оборота воды горячей была подавалась вода в теплоноситель для того, чтобы систему не разморозить. Поэтому я хотел бы выразить слова благодарности сотрудникам Тверской генерации, которые активно работали, МЧС, которая там круглосуточно управляла процессом, создала штаб, там были все условия созданы, была специальная палатка, где можно было накормить сотрудников, которые работают в Тверской генерации, там был горячий чай. И вот сегодня на 6 утра работы завершились, и в 12.30 уже все работает в штатном режиме. Теперь, я думаю, сутки наблюдения, если все нормально, то обратная засыпка и благоустройство, так сказать, там, до весны вот этой территории, а весной уже можно будет городу сделать озеленение на месте проведения этих аварийных работ.